Машинки. Сериал для мальчиков. А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину. Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу? Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее. При пожаре звонить 112. А что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно. Нравится пожарная машина. Она такая классная. И пожарные очень любят свою машину. Моют ее, чинят,
и, наверное, ездят на ней в выходные за город. Играть в машинки. Можно построить для них из кубиков целый город. Хватит смотреть мультфильмы. Чем сидеть перед экраном, лучше играть в любимые игры.